Детские сады и школы городского округа Люберцы готовятся к новогодним и рождественским праздникам. Дети изготавливают своими руками елочные игрушки, украшают классы и группы и готовятся к утренникам. Наша съемочная группа увидела, как все это дело происходит. Тигр – это символ Нового года. Именно поэтому он стал темой очередной подделки. Вооружившись цветным картоном, клеем и карандашами, воспитанники детского сада номер 5 приступили к созданию бумажных тигрят. Сувениры, созданные своими руками, лучший подарок для родных. Сначала мы приклеили ушки, а потом мы начали вот тут рисовать. Еще мы приклеили глазики с носиком. Задание было сложное, но интересное. Я делала тигренок, чтобы подарить этот сувенир маме. Настроение у нас у всех праздничное, радостное, предновогоднее, как сказать, предновогодние хлопоты. Мы украсили елку, мы нарядили группу. У всех ребят, если спросить, они все уже ждут Деда Мороза с нетерпением, с подарками и с сюрпризами. Ребята постарше, ученики 2 Б 27 школы тоже посвятили урок технологии символу наступающего 2022 года. Но у них задача посложнее – сделать объемную игрушку в форме тигра. Следуя указаниям учителя, ребята за несколько минут создали елочное украшение. Все, что им потребовалось – бумага, ножницы, клей и старательность. Я его приготовила для своей семьи. Я подарю маме, папе, двум бабушкам и двум дедушкам, моим двум младшим братикам и младшей сестренке. Повесили игрушки, повесили гирлянды. Еще мы готовим новогоднее письмо. Каждый ребенок пишет новогоднее письмо Дедушке Морозу со своими пожеланиями. У нас стоит уже почта Деда Мороза, да, куда мы будем отправлять это послание. Новогодняя атмосфера царит во всех общеобразовательных учреждениях округа. В детском саду «Космос» создали три выставки к конкурсу «Рождественская игрушка». В этом году у нас интересный бренд-бук, да, где есть сердце и есть лоскутный пледик, который говорит о тепле, о нашей вот русской такой зиме. Ребята помогают украшать помещения, делают своими руками праздничные сувениры и уже примеряют костюмы на утренник. Желаю мира и добра, любви, душевного тепла. Пускай вам этот Новый год успех и радость принесет. Желаю снежной сказки и зимнего волшебства. Желаю здоровья, любви и тепла. Вам желаю не хворать, не сердиться, не ворчать. Не теряться, не терять, а смеяться, а улыбаться. Желаю быть в этом году счастливыми, здоровыми и любимыми. Приближение Нового года чувствуется во всех классах кадетской школы. Каждый уголок напоминает, что совсем скоро наступит всеми любимый праздник. А для поднятия настроения при создании елочных игрушек ребята приходят на урок в праздничной атрибутике. Прикольное чувство такое. Новогодний. У нас с классом соревнования, кто лучше украсит класс. Я обожаю Новый год, потому что я смогу с родителями вместе сблизиться, потому что мама с папой часто на работе сидят. Лиза Егязырян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.